Итак, блядь, мы на Т-28. Т-28, блядь, четвертый уровень. Так, блядь, занимаем сразу позиции. Быстренько, все по норам, быстренько спрятались. Ну-ка, ребятушки. Так, где вы, чё вы нам? Все расползлись, как обычно, такой, блядь, плавленый сыр такой, блядь. На булочке, блядь, в микроволновке такие, все, блядь, растеклись, такие, блядь, кто куда, нахуй. Колбаса налево, мясо направо, сыр, блядь, прямо нахуй. Так, мы, блядь, стоим, так, в двух, блядь, норах. Т-67, я, оба такие, два умных, блядь, заняли позиции. Так, полное сведение, блядь, стоим и нихуя не попадаем, ну нихуя вообще. Нихуя, я хуй его знаю, блядь, как так? Блядь, ну что самое интересное, это бой на мастера. Конечно, блядь, нихуя у нас тут не получилось, блядь. Т-67 так и остался, блядь, там играть в стоялого. А я думаю, да ну его нахуй там, блядь, что-то не то, что-то в этой игре пошло не так, нахуй. Я решил пойти уже, блядь, танковать, потому что хули стоять я не люблю. И, в принципе, уже даже, блядь, поначалу, нахуй, такого бодрого, нахуй, начала, мне уже даже как-то захотелось, блядь, ринуться и дальше в бой. Ну и хули. Едем в город. Едем в центр. Наши сказали, надо ехать в центр, блядь. Спиздить всю документацию врага, блядь. И нанести ему, блядь, удар с тылу, нахуй. На нахуй, блядь. На нахуй, подбородок. На нахуй, по зубам. И вот так вот мы прописываем по зухе. Давай-давай, опа, и вообще нахуй сожгли его нахуй, пизду. Ха-ха, вот такие мы злостные хулиганы. И бой-то уже пошел. Хотя было 7-5, но у нас уже, блядь, бой пошел уже так уже по чесноку, нихуёво. И дамага-то я уже даже набрал. Вот что значит, блядь, зарашить, блядь. А не то, что какое-то грёбаное стояло. Вот, и КВ-шечку сразу не пробиваем. Что значит автоприцел, блядь? Вот хоть берешь на автоприцел, показывает у тебя зелененький, типа можешь ты его пробить, но он, сука, не пробивается там. Хуй его знает почему, почему-то горит зелененькая. Так, ну кто-то его уже сжёг нахуй. Вот такая тоже хуйня мне не очень понятна. Когда берешь на автоприцел, у тебя горит зелененький огонек, что у тебя как бы все заебись по центру. Стреляешь, а не пробивает. Ну да хуй с ним, ладно. Вот, ну здесь, блядь, похуй, здесь, блядь, в бочину, в печень, нахуя еще и сожгли его. Вот такой вот бой, блядь, мне по душе. Взяли даже мастера!